Как соблазнить мужчину? Пожалуй, этим вопросом задавалась каждая женщина. В театре музыкальной комедии на него решили ответить. 19 июня состоялась премьера спектакля «Женские хитрости» или «Как соблазнить мужчину». В одном из составов играет Елизавета Дорофеева. Сегодня она наша гостья. Солистка театра музкомедии, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Кстати, в спектакле «Фигаро здесь», номинированном на премию, Елизавета Дорофеева блестяще исполнила мужскую партию. Чем удивит на этот раз? Здравствуйте, сегодня у нас в гостях солистка театра музыкальной комедии Елизавета Дорофеева. Здравствуйте. Доброе утро. Поздравляем вас не только с летом, но и с летней премьерой. Спасибо. Как соблазнить мужчину? На этот вопрос, пожалуй, отвечаете вы в спектакле, и, может быть, мы сегодня узнаем, наконец, ответ. Итак, спектакль «Как соблазнить мужчину». Трудно или нет было над ним работать? Я знаю, что полтора месяца готовились. Mm-hmm. Вот это мало или много? Ну, я считаю, что этого достаточно. Вообще спектакль получился очень легкий, очень игровой, простой. Прекрасная музыка Брейдбурга, там цыганские мотивы, романсы, кан-кан, все жанры есть. Было интересно в том плане, что, вы знаете, водевиль вообще, это необычно, да? А это водевиль? Это водевиль, да. Как говорила моя педагог, Царство Небесное, Любовь Борисовна, Борисова, водевиль нужно играть... Легко, просто и с фортелями. Вот так вот фортеля эти мы и играли. Хорошо. Все-таки, что касается музыки, это больше такое современное? Это очень это... современное. Очень современное все. То есть ни о какой оперете там речи не идет. Современный вокал, эстрадный. А роль вот соблазнительницы мужчин, насколько она близка в жизни вот так? Ой, ну, ну... Не, ну все мы женщины, все мы женщины, как бы, да. Такую мысль питаем, как кого соблазнить. Что касается меня, допустим, да, моей героини, у меня как-то так сложилось, что большинство моих героинь, которые я играю в театре, они более серьезные. Ту же Гадюку взять, Зою в Зойкиной квартире. Это все-таки такой драматический материал. Того же Брейдбурга в Дубровском я играю Егоровну. Это, ну, это серьезный материал. А здесь мне надо было сделать из себя такую легкую, воздушную... С фортелями женщины. Я надеюсь, что мне это получилось. А что самой ближе? Серьезное, либо наоборот фортеля? Мне ближе серьезное. Но поскольку... Отдохнуть-то тоже от серьезности иногда хочется. Отдохнуть нужно, и здесь я отдохнула, правда. Скажите тогда нам, раскройте, вернее, секреты, как все-таки соблазнить мужчину вот на основе спектакля. Ой, ну все как в жизни, ведь в чем сила женщины? В слабости своей. Так же и в спектакле получилось. Вот моя героиня, она женщина, которая покупает какие-то новаторские штучки, у нее там какая-то мельница. А как этим пользоваться, она не знает. Вот она такая дура-дура. Из-за этого, собственно, ссора с мужчиной. И все, и да? И все. Ну вот, получается, если дура-дура, то уйдет, или если дура-дура, то соблазнится? Соблазнится. Хорошо. А вот спектакль. Она хорошая дура. Хорошая дура. Умная дура, да, как вы мне это говорите. Спектакль – дело одно, в жизни – другое. Вот в жизни вы бы какими способами пытались соблазнить мужчину? Вернее, не пытались бы, а вообще соблазняли какими? Ну, своего мужчину я уже соблазнила. Ну да, ну раскройте нам секрет. Вот она сейчас посмотрит и поймет, как же вы его... Той, отзывчивостью, открытостью своей. То есть все-таки это должно быть главное женщине? Конечно, это самое главное. Забота. Что нужно мужчине? Ну да, действительно. Накормить, вера в приласкать. Него. Конечно, вера в него, в его поступки, в его действия. Ну, не зря же спектакль называется «Женские хитрости». Вот насколько ваша героиня и насколько вы тоже в жизни хитры? Хитростью все-таки, может быть, надо брать? Я в жизни совсем не хитрая, я открытая, я что думаю, то и говорю. Как, не знаю, мне сложно, потому что мне в жизни хитрить не приходится. Как уже сказали, Ким Брейдбург, да, написал музыку к спектаклю. Вообще не первый раз с этим автором музыки работаете. Тяжело или нет с приезжими звездами, так скажем, работать? Либо свои ближе. Это очень интересно. А почему, чем так? Ну, как почему? Во-первых, вот когда они приезжали на Дубровского, он приезжал со своей супругой, с Валерией, мы работали, у нас были уроки, они нам столько подсказали, столько дали. Валерия с нами занималась вокалом, мы столько подчеркнули информации.
Да и вообще, это такие интересные люди, с ними просто интересно общаться. Они очень открытые. Ну, волнуешься же больше все-таки, вот что они там скажут, да, чем... Ой, вы знаете, они когда вот приехали, они как-то нас так расположили к себе, что мы даже, ну, мы чувствовали, как вот свои люди. Как будто мы уже давным-давно знакомы и уже работали. Они чудесные, замечательные и... Не знаю. А критика? Ну, критика всегда присутствует. Ну, а как без критики? Вы имеете в виду, что они нас критиковали? Да. Они нас не критиковали, они нам подсказывали. Они нас хвалили, говорили, это здорово, но вот попробуйте еще вот чуть-чуть вот здесь вот так, и будет еще лучше. Но это было на спектакле Дубровский. На Дубровском, да. Дубровском. А, ну вот, что касается женских хитростей, ну, время уже, к сожалению, немножечко закругляться, но мы нашу беседу продолжим сразу после новостей, поэтому не переключайтесь. В гостях у «Оранжевого утра» Елизавета Дорофеева, солистка Новосибирского театра мускомедии. В театре не так давно состоялась премьера спектакля «Женские хитрости» или «Как соблазнить мужчину». Некоторыми хитростями из жизни и из спектакля делится и наша гостья. В 2009 году Елизавета Дорофеева была номинирована на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Ольги Зотовой в мюзикле «Гадюка». Как сложится судьба с премьерным спектаклем, расскажем в студии. А мы продолжаем нашу беседу вместе с Елизаветой Дорофеевой, солисткой театра Новосибирской музыкальной комедии. И мы сегодня наконец-то узнаем ответ на вопрос, как соблазнить мужчину. Уже немножечко узнали, но много еще впереди. Все-таки, когда работали над ролью, действительно приходилось играть, либо наоборот проживать ее на сцене, как говорится? Конечно, проживать, безусловно, проживать. Вы внесли что-то в роль или наоборот, роль стала для вас полезной чем-то, вот роль соблазнительницы? Скажу так. Моя героиня соблазняет как? Она то в обморок упадет. Случайно. Сама ушки на макушке, а в обмороке. То она притворится там, не знаю, какой-то, извините, такой недалекой, да, и ища помощи у своего мужчины. В этом тоже есть хитрость, что я вот такая вот... Такая вот, и я не понимаю, что мне надо делать. Помогите мне, подскажите мне. В обморок она, кстати, падает трижды в спектакле. Вот так. Да. Ну, пытается соблазнить собой, конечно же. Ну, это своими, да, формами, своими прелестями, да. Вот. В жизни я бы так делать не стала. Мне кажется, что мой секрет, ну как, не секрет, что ли? Мне кажется, это многие знают, но тем не менее я скажу, что мое оружие – это улыбка. Открытость и улыбка. А были ли какие-то в жизни моменты, когда действительно пытались соблазнить мужчину и вот встречали отпор и применяли какие-то другие хитрости? Вот немножко, так скажем, случаи из жизни. Ну, наверное, взглядом как-то. Взглядом. А кокетничать часто приходится или нет? Вот часто или нет возникает мысль, ага, надо того, другого соблазнить. Нет. Верная все-таки. Да. Нет, я не из таких. А вы знаете, говорят, что женщины вообще все от природы актрисы. Потому что у нас у всех есть в жизни главная роль – соблазнить того или иного мужчину. С ней мы справляемся гениально. А когда выходим на сцену – нет. Вот что касается вас, получается, что дважды актриса. Ну да, получается так. В жизни и на сцене. Вот как-то это пригождается? В жизни главное… Самый главный, не знаю, мой рецепт, мне так кажется, никогда не вызывать жалость к себе. Это самое ужасное. Когда женщина пытается своей жалостью вызвать у мужчины какие-то чувства, не прокатит. Мужчина это очень чувствует. А вот, между прочим, здесь же грань между жалостью и беспомощностью. Здесь это нужно чувствовать. У каждой женщины она своя. И когда мужчина чувствует, что действительно нужна помощь, это одно, он пойдет к ней навстречу. А когда она будет вести себя как не знаю кто, он подумает, боже мой, зачем мне это надо вообще? А что касается спектакля, вот на ваш взгляд, какой был самый сложный момент вот в нем, лично для вас? Может быть, как вы сказали, что в жизни вы немножко другая? Да, вот в жизни немножко другая. Для меня это было не сложно, мне было это очень интересно. Мне вот Ксения Васильевна Торская, вот режиссер наш, она мне все время говорила, Лиза, легче, легче, давай легче, проще. Я как-то вот привыкла брутальные такие роли играть. А тут мне надо было немного изменить голос, немного приподнять интонацию, разговаривать немножечко вот так, ветрено. Сложновато было, чуть-чуть, так скажу, потому что немножко для меня лично это, ну, неестественно.
А здесь нужно было для образа это сделать. На самом деле, водевиль, мне кажется, для Новосибирска не такой уж, так скажем, жанр частый. Да? Да. Вот в чем особенность водевиля, как вы считаете, почему нужно именно прийти и посмотреть этот спектакль? Вы знаете, жанр? Почему-то считается, что водевиль это все легко, так же, как и почему-то оперетта. Все легко, все просто, на самом деле нет. Там же мы тоже проживаем судьбы, и несчастные, и трагедию. Какая была, не была легкая оперетта, та же Сильва, да, та же Марица, Мистер Икс, любую возьми, там везде судьба. И везде трагедия, везде драма женская. Это что же надо играть? Ну вот почему-то принято, что оперетта это легко, это далеко не легко. А водевиль, оперетта это... Водевиль и тем более нужна. Настоящая драматическая игра. Иначе, ну что это, вышли мы, ха-ха, хи-хи. Кому это надо? Никому. А в чем изюминка этого спектакля? В музыке, вот именно в каких-то вокальных... А в союзе всего. Во-первых, может, у нас очень красивая декорация. Вот, хотела сказать, у нас очень красивая декорация. В стиле стимпанк сделанная такая. Это что такое? У нас там очень много, как сказать-то... Вот именно вот этих вещей новых, которые себе вот моя героиня покупает, да, у нас рояль, паровой, у нас... Инновация. Инновация. И вентилятор у нас с несколькими лопастями, там они бесконечно вращаются. Она покупает себе самовар, который на колесах выезжает, он дымится, из него все это самое, дым валит. Вот стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы узнать, что за новшества такие придумали. Очень красиво, все очень красиво. Хорошо, спасибо большое, успехов дальше, ну и впереди лето, отлично вам провести спасибо. Будущий сезон. У нас спасибо в гостях большое. Была Елизавета Дорофеева, солистка театра музыкальной комедии. До свидания. Всего доброго.